В Бангкоке, где в последнее время проходили массовые антиправительственные выступления, на этот раз вышли на улицы сторонники премьер-министра Инглак Чинават. В знак солидарности с политикой властей они зажгли свечи и выражали свое несогласие с планами оппозиции парализовать город 13 января. Облачившиеся в белые одежды участники акции держали в руках плакаты с надписью «Примите во внимание и мой голос». «Я хочу высказаться, я хочу проведения выборов, я хочу продемонстрировать поддержку демократических выборов в Таиланде, чтобы моя страна могла двигаться вперед». Ранее оппозиционный комитет народных демократических реформ призвал жителей Бангкока блокировать улицы города, чтобы вынудить правительство Инглак Чинават уйти в отставку. Тайский аналитик Панитан Ватанаякорн предупреждает: «Нам следует быть очень осторожными, потому что сейчас мы находимся в сложном положении. Конфронтация, политический тупик, коррупция, оскорбление его величества короля. Все эти проблемы, собственно, и привели к перевороту». В Бангкоке в пятницу в столкновениях между сторонниками и противниками властей получили ранения 6 человек. Аналитики полагают, что большую и, возможно, решающую роль в разрешении кризиса в Таиланде сыграет армия.